счастье? Таким простым вопросом, пожалуй, задавался не один философ. А на самом деле счастье – это просто. Начинается оно с полуметра роста. Это распашонки, пинетки и слюнявчик, новенький описанный мамин сарафанчик, рваные колготки, сбитые коленки. Это разрисованные в коридоре стенки. Счастье – это мягкие, теплые ладошки. За диваном фантики, на диване крошки. Это целый ворох сломанных игрушек. Это постоянный грохот погремушек. Счастье – это пяточки босиком по полу. Градусник под мышкой, слезы и уколы, ссадины и раны, синяки на лбу. Это постоянное что? Да почему? Счастье – это санки, снеговик и горка, маленькая свечка на огромном торте. Это бесконечное «почитай мне сказку». Это ежедневные хрюши со степашкой. Это теплый носик из-под одеяла, заяц на подушке, синяя пижама, брызги по всей ванной, пена на полу, кукольный театр, утренник в саду. Что такое счастье? Каждый вам ответит. Оно есть у всякого, у кого есть дети. Все работники образования – счастливые люди, ведь у каждого из них по несколько детей. Неважно, чьих, в стенах детского сада все они свои. Как и в любом образовательном учреждении, наши дети очень разные. Но мы одинаково заботимся обо всех, чтобы в нашем саду распустились прекрасные цветы. Наша задача – создать благоприятные условия для развития чертополоха и дивной розы, простого одуванчика и экзотической орхидеи. А насколько нам это удается, вы можете узнать, посмотрев этот фильм.